Привет, друзья! Вы на канале Майя Баянцева и с вами Маша. Сегодня, ребята, в этом видео я вам покажу DIY, как сделать антистресс из бумаги своими руками. Ставьте лайки, если любите DIY-ки. Также жмите на красную кнопку подписаться. Также нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Ну а я начинаю. Итак, ребята, как вы знаете, антистресс существует для того, чтобы снять стресс. Например, если вы уже просто не знаете, как его снять, возьмите антистресс. Но, ребята, скорее всего, не у всех хватает денег, чтобы его приобрести. Или просто он у вас не продается в ваших ближайших магазинах. Так вот, ребята, я знаю, как вам помочь. Сегодня в этом видео я вам покажу DIY, как сделать антистресс. И мне будут помогать вот такие милые и необычные смайлики. Вот так, чтобы вам поднять настроение, если вы грустите. Итак, чтобы сделать антистресс, возьмем листик формата А4. Вот так вот. Также возьмем линейку. Нам понадобятся ножницы и простой карандаш. Итак, берем линейку. Прикладываем ее вот сюда. Отмечаем, делаем отметку. Мы с вами вот здесь вот делаем отметку 3,5 сантиметра. Вот так вот. Вы, конечно, можете сделать полосочку пошире. Вот так вот. Но я решила взять как раз-таки именно 3,5 сантиметра. На мой взгляд, это как раз-таки то, что надо. Готово. Вот такая полоска у нас с вами получилась. И точно такие же полоски мы с вами делаем по вот этому оставшемуся белому кусочку на этом листике. Вы можете взять цветной лист бумаги, то есть не обязательно брать белый. Но если у вас нет цветной бумаги и вы не знаете, как украсить свой белый лист, то вы можете просто взять фломастеры, карандаши и как-то аккуратненько его раскрасить. Как-то, знаете, немножечко задекорировать вот этот вот листик. Вот. И снова отмечаю эти сантиметры. Провожу линию снова. В итоге вот что у меня получается. Следите за тем, чтобы ваши полосочки, которые у вас получаются, они были идеально ровные, потому что все должно быть очень ровненько. Ровно прикладываем линейку, чтобы все было как следует. Вот, видите? И осталось совсем немножечко. Я это буду делать быстрее, чтобы не делать видео сильно таким долгим. Отлично. Вот здесь и этот последний кусочек у нас с вами остался. Вот тут. Тут. И вот тут, смотрите-ка. Вот наша отметочка. Вот так. И вот так. Так, ну что, и последний кусочек у нас остался. Тоже отмечаем 3,5 сантиметра. Готово. Вот такие вот полоски у нас с вами получились. То есть весь вот этот белый лист А4 мы с вами разделили на вот такие вот полоски, которые у нас с вами в результате полученного получились. Вот так вот. А вот эта вот полосочка, она с вами не 3,5 сантиметра, поэтому мы с вами ее отрезаем, так как она не совпадает с сантиметром наших с вами полосочек. Вот так, вы можете, конечно, больше сделать ваши полосочки, ну там шире, если хотите, но я решила сделать именно вот так. Мне кажется, это идеальный размер для полосок. Дальше, следующим шагом мы с вами должны вот эти вот все полоски отрезать ножницами. Давайте-ка начнем. Я это буду делать быстро, чтобы ролик не был сильно долгим. Вот, отрезаем все полосочки по этому вот контуру. Раз. Кстати, ребята, так как в мультике «Сказочный патруль» уже начал идти второй сезон, скоро я сниму новую серию «Сказочного патруля». Вот так обязательно ее ждите, она скоро выйдет. Не знаю даже когда, возможно, в понедельник, скорее всего. Но, ребята, это опять же не точно. Вот так вот. И сегодня как раз-таки пятница. Вот. Очень хороший день для многих школьников. Так. Оп. Так, ну что, мы с вами почти закончили. Мы с вами все полосочки почти отрезали. Осталось только 3.
Так, одна. Вторая. И последняя полосочка у нас с вами тоже уже готова. Итак, ребята, вот такие полосочки у нас с вами в результате получились. Всего их у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот. Всего у меня получилось 8 полосочек вот таких вот. И смотрите, что мы дальше делаем. Оставляем 2 полосочки. Кладем одну полосочку вот так, как бы в позе бумеранга. Эту полоску вот так загибаем. Вторую точно так же. Затем первую вот так загибаем. Потом вторую. Затем снова первую. Потом опять вторую. Затем снова первую. Вторую. И третью. Готово. Вот так. И эту завершающую полосочку вот сюда. Вот, смотрите, в итоге вот что у нас с вами получается. Это будет основа нашего с вами антистресса. И с остальными полосочками я буду делать точно так же. Кому непонятно, вот так показываю. Кладем одну полосочку вот сюда, вот, вот на эту вот верхушечку. Смотрите, загибаю вот сюда. Загибаю вот сюда. Вот видите, как бумеранг получается. Но бумеранг мы с вами делать не будем. У нас сегодня поделка антистресс. Вот так. Сохраняю, чтобы все ровненько было. Вот наши с вами смайлики. Так, снова и снова. Так, и вот так, готово. И здесь у нас с вами получилось все точно так же. И точно так же мы с вами поступаем и с остальными полосочками. Эта работа недолгая, опять же, очень просто и легко. Я думаю, что каждый из вас справится с этим. Вот так. Потом, может быть, за кадром я как-то приукрашу этот антистресс, чтобы он смотрелся симпатичнее. Так. Дальше я отрезаю вот эту вот полосочку. Вот, лишнюю. Потому что она у меня лишненькая вот здесь. Вот, готово. Отлично. В итоге вот что у меня получилось. Вот, очень даже неплохо. Вот такие детали у нас получились. Итак, ну что ж, друзья, и еще у меня есть эти полосочки, мы с ними поступаем точно так же. Я нашла еще одну полоску, так как у меня осталась последняя полосочка, но у меня не было второй, поэтому я взяла еще одну, и в итоге вот что у меня получается. Вот, вот такая как, ну не то чтобы гармошка, можно так сказать. Вот, и смотрите-ка, вот у нас с вами в итоге что получилось. Дальше, вот эти вот четыре как гармошки, нам с вами их надо склеить. Берем наш с вами любимый клей. Вот так вот, сейчас я возьму кисточку. Сейчас я возьму кисточку, и мы с вами будем склеивать вот эти вот четыре детали. Эти вот четыре гармошки. Вот так, я надеюсь, что вы готовы, давайте-ка приступим. Вот. Смотрите, я вот этот вот, берем любую гармошечку, любую деталь, мажу сверху клеем, мажьте клея, не жалейте. Затем беру вторую и вот в таком положении я соединяю их. Готово, смотрите, она уже, наша гармошечка становится длиннее. И продолжаем также с остальными гармошками. Вот сверху поверх мажу клеем, беру еще одну гармошечку и вот в таком вот положении я ее крепко, вот так вот, можете хорошенечко вот так прижать. Вот хорошенько прижимаю. Сейчас. Хорошенько прижимаю, и в итоге она у меня становится длиннее, моя гармошечка. Ну вот сейчас. Вот. В итоге вот что у меня получается. И последние вот эти детальки, их надо склеить. Мажу, мажу. Клея не жалею. Вот, и скрепляю. Вот, хорошенько придавливаем, вот, и раскрываем. Вау, посмотрите, что у нас с вами в итоге получилось. Очень классно, круто, мне очень нравится. Ставь лайк, кому нравится. Вот так вот, дальше вот эти вот, смотрите, у нас с вами вот здесь окошечко как такое образовалось. Его надо вот так заклеить, вот, чтобы не было ничего лишнего. Вот, и вот здесь вот его надо склеить. Вот видите, у вас тут может образоваться вот такой выступ, и его надо вот так прижать крепко и склеить.
Вот в итоге вот что у нас с вами получилось, но это еще не все. Нам с вами надо сделать еще несколько таких полосок для нашего с вами антистресса. Поэтому я делаю все точно так же, точно по такому же принципу. Вот, смотрите-ка. Вот так, но, ребята, смотрите. Чтобы не делать видео сильно таким долгим, я сейчас вам кое-что покажу. Сейчас, ребята, чтобы не делать видео сильно таким долгим, я сделала заранее уже готовую гармошку, которую я вам сейчас покажу. Смотрите, вот я сделала уже заранее готовую гармошку, вот, которую мы с вами можем соединить с вот этой вот гармошкой. Ну, короче говоря, сейчас, ребята, мы с вами их вместе соединим. Так, готово. В итоге вот что у нас с вами получилось. Вот так вот я соединила эти вот две гармошечки. Вот, и последнее, что нам осталось, это вот эту. И вот эту вот часть, их надо склеить вот вместе. Вот так вот, короче говоря, удлиняем нашу с вами гармошку, мажем вот этот кончик клеем. Вот, чтобы не делать видео сильно таким долгим, я ускорилась. Вот, и прижимаем вот здесь вот. Вот здесь мы закрепляем и крепко прижимаем. Вот, готово. Смотрите, что у нас с вами получилось. И дальше мы с вами должны крутить этот антистресс. Каким образом? Смотрите, вот так берем и крутим. Смотрите, как здорово, классно. Мне очень нравится. Кому тоже нравится, ставьте лайки. Мне кажется, очень прикольно получилось. И вот так крутим до бесконечности. Вы только посмотрите, как классно, прикольно и интересно получилось. Из всего каких-то полосока от бумаги. Вы только посмотрите, как круто. Класс. Мне очень нравится. Кому тоже нравится, ставьте лайк. Вот. Класс. Посмотрите, какой он прикольный. Крутим. Вот так. Ну что, друзья, вот такой классный антистресс у нас с вами получился. Ставьте лайки, если он вам понравился. Мне кажется, получилось очень прикольно. И таким образом вы можете вот так пальчиками крутить этот антистресс. И вот так вы можете расслабляться. Посмотрите, как это круто, интересно и прикольно. Классно. Вот так мы с вами будем крутить. Вот. Ну и, конечно, ребята, сейчас мы приступаем к нашей любимой рубрике «Приветы». Вот из нашей волшебной коробочки я сейчас буду вытягивать приветики. Итак, кручу-верчу, привет передать хочу. Вот так, наша любимая рубрика «Приветы». Итак, и первый привет летит каналу Алисы Kinder Toys, моей подписчице Алисе. Алиса, тебе от меня большой привет. Итак, вот дальше следующий привет. И следующий привет летит Тимуру Стайкову. Тимур, тебе от меня привет. Так, кручу-верчу, привет передать хочу. И следующий привет летит моей подружке Маше Ивановой. Маша, тебе от меня привет. Дальше следующий приветик летит каналу Америка Влог. Моей подружке Эйке. Эйка, тебе от меня приветик. Дальше следующий привет летит моему другу Арсению. Арсению Пилипенко. Арсений, тебе от меня привет. Дальше следующий приветик летит Мише Моисеенко. Миша, тебе от меня привет. Дальше следующий привет летит каналу «В гостях у Вероники», моей подружки Вероники. Вероника, тебе от меня большой привет. Дальше. Следующий привет летит Аделине Этько, моей подружке Дели. Дели, тебе от меня огромный привет. Дальше. Следующий привет летит Анастасии Задейной, моей подружке Насте. Настя, приветик. Дальше. Следующий привет летит моей подруге Милане Ивановой. Милана, от меня привет. Дальше. Следующий приветик летит Ване Савину, моему другу Ване. Ваня, тебе от меня привет. И последний привет летит Елизавете Каратай, моей подружке Лизе. Лиза, тебе от меня привет. Ну и напоследок хочу передать приветы моим любимым родителям, моим самым главным подписчикам, маме и папе. Спасибо вам большое, что вы мне пишете интересные комментарии, поддерживаете меня. Ставьте мне лайки, пишите комментарии и смотрите мои видео. Спасибо вам большое. Всех очень люблю. До скорых встреч. Пока-пока, ребята. И как вы заметили, на моем канале уже 47 подписчиков. Большое спасибо всем, что подписываетесь на мой канал. Вот так я очень рада, что аудитория, соответственно, моего канала со временем становится больше гораздо. Вот так, чему я очень рада. Я очень довольна тем, что мой канал развивается.
И на моем канале уже 180 с чем-то видео. Ребят, это просто что-то невероятное. Итак, спасибо вам большое. Всех очень люблю. До скорых встреч. Пока-пока, ребята. Всем хорошего настроения. Держите. В общем, держите свое счастье в руках. Вот так, всем хорошего настроения, крепкого здоровья. Всех очень люблю. До скорых встреч. Пока-пока, ребята.